Погнали быстрее! Дорогие друзья, с Новым годом 2021! Ура! С Новым годом! С Новым годом! Оу! Мира, ребята! Счастья, добра вам! Благополучия семейного! Дорогие друзья, с наступившим Новым годом вас! Чтобы счастье было в Новом году! Безумно счастье, чтобы здоровье и всего-всего-всего, и чтобы никаких у нас вирусов, елки, не было уже. Да, коронавирус прочь. Ура! Давай, спасибо. Поздравляем всех с Новым годом, всех здоровья, хороших покатушек и самое главное еще раз, здоровья и здоровья. Да, спасибо. С Новым годом. С Новым годом. Ура! Ура! Мы желаем всем крепкого здоровья, полного адреналина, как вот сегодня вот так все получили, и отличного настроения. Да, спасибо. Топил, если есть желание, вот, поздравляю. С Новым годом вас, с новым наступившим 2021 годом. Желаю вам счастья, здоровья, коронавируса нет, мир, дружбы. Да, спасибо. Все, поздравь, если... Ладно, всех с Новым годом. 21 год, я думаю, будет самый лучший. Безопасных вам дорог. Всего наилучшего всем. Да. Здоровья, спасибо. Счастья. Главное не болеть. Спасибо. Хотим всех поздравить с 2021 годом. Главное, чтобы он был намного активнее и веселее, чем прошедший 20-й. Я думаю, что пусть все начинания у всех, которые запланированы на этот год, получатся. Да, согласен. Короче, всем мира. Вообще, здоровья вам. Самое ребят. Главное, ребят, здоровье. Все остальное. Да, а все остальное будет. Да, будет здоровье. Все, ребят, с Новым годом. Спасибо. Ура! Вам. В самоблоках после 31 дня. Итальян, поехали! Камеру не сбей. Да, подожди, я подержу, мне надо. Итак, друзья, у нас начало трогания. Теперь у нас есть, видите, Волошек стоит. Прикупили. Холодно, минус 20, и честно сказать, уже замерзли. Машин сегодня много. Откатываем одну траекторию. Так, напомню, это Виталий, Нива с двумя самоблоками. Пробуют по-разному, пониженная, повышенная, видно на повышенной не хватает. Отлично. Давайте. Ну что, соболек полноприводный. Ребята, для него это не препятствие. А хотя препятствие. Хотя есть немножко. Отлично. Давайте следующего. Новый дизельный Дастер. Давайте, поехали. Он больно поздно начал обороты развивать. Вот он на какой? На первый? Крути машину. Машину крути, движок, чтобы она пошла. Сразу газ в пол.
Там сразу пол кость надо, пол! Давай, давай, поехали! Ну смотрите, дизель как дергает, да? А наверху у нас получается небольшое диагональное вывешивание, да? Да. Отлично. Подвис. Подвис. Ну сейчас спустится. Борется, видишь, хочет. А подвис на порог, да? На правый. Молодец, молодчик, молодчик. Дастер. 2 литра. Давай, давай, давай. Только так надо, чтобы обороты набрать. Ну, отлично, отлично. Одна блокировка, самоблок в заднем мосту. Все, папа. Давай, давай, давай. Интересно. Это не машина, понял? Это Алексей. Это не машина. Вот Дастер, это машина. Кость, скажи, вот Дастер, это машина, правда? Да, на второй я так понял, попробовал. Не получится. Но сейчас, знаете, что еще, наверное, укатаем. И будет интересно. Давай, 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 жми. Все, все. Отлично, отлично. С Гранд Чероки 5.9 дизелек. Ну давай посмотрим. Ах ты! Вот это да! Мощно, мощно. Но все равно сложновато, да? Заезд по шине. Резина узкая, 185 у него даже, да, по-моему, стоит. Заниженная коробка. И сзади самоблок. Ну, тоже достойненько. Вот у него то, что пары занижены, тихоходные, вот он как-то поинтереснее едет. Здесь у нас Алексей, 1.6. Давай, погнали! Легко. Так, Туарег, 3.2, бензин. Давай, помчали! Работает, конечно, приятно. Но потерял ходу. Или постеснялся, да, Костян? Постеснялся, наверное. Сейчас набьем новую трассу. Ребята там газуют, пока показывать не буду. Разобрались с кнопочками. Включили вроде как блокировку. Вот я про что хочу сказать. На таких машинах очень много помощников электронных. Но большинство ребята не умеет ими пользоваться, к сожалению. На Ниве все просто, принудительно. Взял и поехал. А здесь пока разберешься, ESP отключишь, то все заблокируешь. Жесть, короче. Ну давай, пробуем, пробуем. Ну нет, он теряет его. Ух ты, смотри, заполз, заполз, заполз. Супер. Сюда поближе. 31-я Нива. В стандарте, без самоблоков. Давай, поехали. Так, пока у нас не получается. Давай, газ, пол, первую пониженную и дави сразу. Вот сейчас вот после него я попробую. Вот прям интересно будет. Прям очень будет интересно попробовать. А, вот, 31-й без самоблоков, и потом поеду я. Пока нет. Так, оказалось, он дифференциал не блокировал. Ну вот, полегче, полегче заехал. В самоблоках после 31-го дня. Итальян, поехали!
камеру не сбей. Да, подожди, я задержу, мне надо. С одной стороны спасло бампер, а с другой стороны крепление просто лопнуло. Ну, да. И да. Да оно вообще почти не привалило. Но. Ну все равно он вешал, ушел. Ну давай, трава его, все. Куда деваться? Куда? Ну я не знаю, куда-то надо. А я сразу сказал, скоро она оторвется. Как... Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ну какая следующая? Так. Ну и вот, которую губу хвалил, но оказалось хрень. Да с другой стороны, может не хрень, может такой. У него был прицельный удар, я так понял. Она ему сразу не нравилась. Короче, вот так. Он прям четко пометился в этот бугор, да. Ну у нас УАЗ, который с травленной. Он вообще красавчик, едет везде у нас. Так, надо нам трассу новую накатать. Попробуем. Ну здесь, блин, не то что круто, здесь вообще просто круто. Ребята, это не то что жестко, это просто жестко. Там в городе не помещаешься. Так, приехала у нас 31-я Нива. Все, поехали. Ух, бодренько, классно. Клиренс, резина позволяет. Так, у нас новое упражнение. Самое отважное. Но я не знаю. Здесь, по-моему, мне кажется, здесь длинная не поместится, Жень. Это, да, сложновато, наверное, будет. Сложновато, да? Но возможно. Вот, смотрите, на короткой стоит фаркоп. И когда она съезжает, задевает немножко. А передний бампер, ну, прям впритык, впритык, конечно. Все, выезжаешь? Давай, пробуй. Давай сейчас на двух самоблоках попробуем сюда. Съезжай. Ну что, смотрите, разницу посмотрим. Короткая, короткая, резина у всех тоже узкая. Здесь два самоблока. Будет ли разница? Но здесь коробка и раздатка стоит родная, ребят. Ну, конечно, гребет поинтереснее. То есть четырьмя гребет. Но крутовато, естественно, промерзшее. И бампером уперся. И не заводится. Все. Это сейчас получается в яме, в диагональном вывешивании, да? В хорошем. Ну, смотри, добротно, добротно, смог. Нет, ну круто, добротно. Я думаю, если без самоблоков здесь бы, наверное, вообще бы никакого варианта не было выехать, ребят. Вообще никакого варианта. Че, попробуешь? Там слишком, видишь, бордюр получается. Я там просто
упираюсь в него. Ну ладно, выезжаю. Не... Сложно. Ну давайте соболька посмотрим. А повис он на фаркопе висит. Цепляет его. Вот. Оп. Пневмоблокировка установлена. Едет он добротно и прикольно. Снялся сверху. О-хо-хо-хо-хо. Вы видели, что тут было? На три колеса встает. Жестко. Ну ты что здесь так круто, больно? Да, да он на трех колесах он стоит, смотри. Во-первых, база какая длинная. А с другой стороны, он сейчас раскатает, и мы поедем. Не знаю. Ну, я думаю, наверное, да. Нет, нет, нет. Ну, очень сложно. Ну, смотрите, Дастер двухлитровый. Говорит, ягод сейчас заела. А вот смотрите, передним правым уперся. Не едет. Ага. Ну, я думаю, да, он уже по этот... Полной комплектации. Не похож на ездить. Дохлый номер, Лёш. Ну, сюда еще крути. Да, 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 так будет лучше. Там, в принципе, зайдет. Ага. Я лопатки запчасти можно снимать. А, что, засыпать же? И забыть, как старый сон. Напомню, мы находимся в карьере, я стою на высоте, вот такой карьер у нас, машин у нас много. Так, спускаюсь, ребят, круто, круто. Ух. Ух. Так, что у нас тут получилось? Я выйти не могу еще, блядь. Спид, выключи. Подожди, у тебя что, кузов? А что, она не работает? ЕСП. Она не едет. Она без ЕСП? Колесо висит. ЕСП и без ЕСП. Он говорит, выйти не может. Щелкни там пластик. А то это не выдвинуть. Так, ну с Дастером что-то у нас как-то пока не получается. Так, а что у тебя не получается, Леха? Объясни, я что-то не пойму. Ну все, на пороге. А, висишь просто, да? Да, да. Я понял тебя. Все. Сейчас тросом подтянем. Вот смотрите, Хантер на эту горочку, где никто не смог у нас. А Хантер могет. Высокие свесы бамперов. Прям высокие. Ёлы-палы, как с пулемета камнями. Вот получается, смотрите, съезжаешь, диагональный вывешенный такой. А, ну он сейчас хитро, смотрите, как сделал. Возможно, получится. Давай! Не хватает. И короткую сейчас попробуем. Все, молодчик, давай, давай, девочка, давай! Ну что, Ниву попробуем. Это что, Диман, что ли? Дастеры у нас повисли. Вот на этом месте, между прочим, Дастер висит. А? Молодчик, молодчик! Он настырный, он заедет. А он не это, надо задом туда сдавать. Ну вот, смотрите. Пустяком, как с блокировкой. Так, давай, Дима. Все, все, все! Отлично! Пытаемся выехать. Сейчас заблокируется. На двух колесах вообще стоит. Ну ПГС, ребят, что хотите? ПГС на карьер.
Так, ладно, отойду. Может, может. Отлично, не вас и рулит, ребят. Давайте, Соболька по стороне не смог изначально заехать. Смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Ну, резина добротная. Сейчас блокировочку топит. Чуть-чуть. Ничего. Женя не так ездил. Вот именно вот в этом месте автомобиль прям ломается. То на двух, там вон, смотрите, яма здесь. Ну давайте посмотрим. Давай, давай! Ах, опять расстрелял. Давай, 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 давай. Вот смотрите, просто Хантер, база короче. Здесь чуть-чуть подлиннее. Больше вывешивается. Вот, смотрите, переднее колесо вообще не село. Вот заднее висит колесо. То есть, поняли, да, систему? Система очень проста. Но. Ну вот, да, видите? Крутяк, крутяк. Что значит рама? Кузов стоит на раме. Что-то не получается. Все, выезжай, хорош. Все, хоп. Так, ну что? Поехали, поехали! Вот, две блокировки, видели? Пожалуйста. Вот на эту Ниву мы ставили две блокировки. Кому интересно, по приобретению, по установке самоблоков, можете ко мне обращаться в городе Оренбурге, я вам все помогу. Сами видели, что все помогает, все реально. Так, ну давайте, Алексея. Так, ну он ходом хочет или как? Ну, блин. Вот лонжероны, которые вот идут внизу у него, дастеры на них садятся. Там, где Нивы проходят, дастеры, к сожалению, не хотят ехать. 2 литра. Мочи за глаза, ребята. Вот реально за глаза. Ну что, покажет? Тяжело. Тяжело. А кнопочка нажата или выключена? Волшебная. Зато здесь пушистый ПГС, кому нужен. Ад, не мучай. Да, не мучай. Сейчас без бампера останешься. Не получается, не получается у нас. Говорит, я попробую, Алексей, 1.6. Блин, ну мы не думали, вроде бы, казалось-то, ерунда. А тяжело, тяжело. Нет, не берет. Это было опасно. Это было опасно. Но я вижу, пиздец. И сейчас получается на правой колее колесо вывешивается.
Вот смотрите, здесь получается ты с трудом заезжаешь, ну, то есть колеса вывешивают постоянно, и там тоже. А это какое сцепление за год? Все заводское. Заводское? Да. До сих пор не спалил? Нет, я тоже удивлен. И тормозные колодки, все заводское. Ну вот, видите сами, да, трудность какая. Ну здесь кнуфт-то горит. Все, выезжает. О, сейчас накопает. Сопли вообще. Все на этом, наверное. Или попробуйте еще. Еще маленько подровнял. Да? Можно было бы. Как раз статус по богу отменял. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ту сторону-то нормально сравнял. А вот это все. Вот замерз. Все, вообще стал жесткое диагональное вешение. Димаш? Нет, Алексей. Вот она, вот в чем, блин. Ты не ругайся, не ругайся. Вот, видите, на порог. Все, повис. Машина у нас, к сожалению, дальше не едет. Пойдем дергать. У него парковка такой длинный. Так задумано, Жень. Что там, как проходит, нормально? Да? Конечно, проходит, давай. Гази. Отсюда прям стартуй. А он, видишь, у него выдвижной получается. Вот тебе блоки, блядь. Потихонечку спустимся. Здесь не то, что же срань господня. Так, все у нас заблокировано. Потихоньку сейчас мы начало попробуем. Стоять. Ух. Че там, жопа проходит нормально? Ну ладно. Надо ехать! Ну что скажете? Нормально? Нормально. Ребят, хорошая новость для тех, кто давно хотел установить себе дифференциалы повышенного трения, самоблоки от производителя ВТ. С ребятами мы связались, они согласились лично для вас, кто будет заказывать у производителя ВТ самоблоки. Цена самоблока 8500 стоит, преднатяг выбирайте сами. Вот. Когда вы сделаете заказ, вам позвонит оператор, вы должны сказать, что 007 Оренбург. Только тем, кто скажет, это кодовое слово, условно говоря, вам в подарок положат или подшипники, либо шайба преднатяга. Но я думаю, шайба преднатяга, ну, выбирать вам. Вот. Так что переходите по ссылочке, заказывайте, цена 8500. Ставьте, будет вам счастье. Стараюсь для вас. Скидочку выбил, заказывайте. Как я говорил. Так. Дизель достирок. Конечно, да. Отлично. ПВД, ЕСП включаю, правильно? И, да, и с третьей трогаюсь, все правильно? И, так же говорю. И никуда не едешь вообще. А еще лучше Р. Ракету. Ну, давайте посмотрим. В принципе-то, вроде как бы раскатали. Я на своей заехал. У меня даже база да подлиннее чуть-чуть. Ты специально раскатываешь? Да, конечно. Ну, посмотрим. Хоть Дастер-то один должен заехать. Давай, давай, прям газу. Ты смотри, сейчас полный рот песка будет. После... Закрой, да. Улыбаешься, как сидишь. Ха-ха.
меня тоже так сел, там на пузо еще. Не хватает блокировки нам? Не хватает, да? Согласен. Не хватает. Не хватает. Ну это же соляра. Алексей, ну вот смотри, вот сейчас вот две Нивы. В принципе, у нас одинаковый это клиренс-то. В принципе, да. Да. У меня 21, а у тебя сколько? 29? 19. А это вы сейчас чем меряетесь-то? Да. Вот. Да зайдет он, зайдет. Нет, вот сейчас он чувство страха переборол. И все. Это разве что осталось, что у него одна заслуга. Костя, давай назад. Еще. Все. Ну да. Все, нормально. И уезжай домой, Костя. Ну, и давай, поехали. Да зайдет. Все, на путь. Блин, ну смотри-ка, сложновато все равно. Вот, конечно, не хватает блокировки. Вот у нас есть один Duster, помнишь, да, как мы катались? Одна стопроцентная стояла блокировка. Мы в шоке, да? Вот реально. ESP, вот. Включай кнопочку. ESP. У меня что, есть такая, да? Есть, да. У меня тоже такая есть. А вперед что, Костя едет? Да, он везде, он явно. Да. Ну, как в Ниве сейчас, по диагонали два колеса крутятся и все. Ну что я могу сказать? Ты молодец? Да. Копаться не хватает. Молодец. Кость, не надо. Все, сейчас выдернем, Кость. Да я тут помочь, если что. Сейчас тебя осыпят. Сейчас такой фонтан будет. Ну вот, смотрите у нас. И там, и здесь люди стоят, смотрят. Вот так вот. Все болеют. Смотрим, как же оно едет-то. Вечная такая дилемма. Нива или Duster, да? Вот это всегда там дебаты такие. А все машины достойны. Абсолютно все, ребята, машины достойны. Просто в разных условиях. Одна машина где-то там лучше. Нива где-то в другом месте лучше. Вот. Да нет, ты еще попробуй. Ты молодец, Кость, молодец. Вот на самом деле молодец. Ну вот, сейчас мы тебя... Мы сейчас тебя вытащим, и с последней попытки ты заедешь. Так, ну что, динамический трос. Duster за Duster цепляем. Нет, так... Ребят, напомню, ссылочка в описании будет. Наш товарищ вяжет вот эти вот динамические тросы, 1206 метров. Ну, зарекомендовали себя, ну, просто сказка. У нас, вот наша компания, мы все ими пользуемся. Мягкие шаклы, все можете у него заказать. Ссылочки будут в описании, ребята. Так, динамика, смотрите. Хопа. Никакого жесткого рывка, ничего, все отлично, просто мягенько. Вот так вот работает динамический трос. Лишняя деталь. Так, ну что, Duster, дизель выезжает из сложной комбинации. Отлично. Все, достойно. Так, попробуем на эту горочку. Изнутри подснимем, как она поедет. Интересно, неинтересно. Давайте попробуем. Потихонечку у нас заблокировано. Первая пониженная. Нет. Потихоньку, видите, самоблоки хоть и срабатывают, но ей не хватает. Естественно, отсюда вот сейчас она поедет. Вот. Все, видите, она заезжает. Сейчас в другом месте попробуем спуститься. Где они тут заезжали-то? Вот здесь, да? Сейчас здесь попробуем спуститься. Но тут есть вероятность порогами,
Шваркнуться порогами. Если на порог сяду, то я отсюда, наверное, не съеду. Опа, сел, да? Не, потихонечку. Так, вот смотрите, на пороге сидим. Ну-ка, выйди, Саня. Посмотрим. О, конкретно видно, как сделал. А? Конкретно? Висит заднее колесо? Сейчас выйду. О, я выйти не могу. Так, ладно. Попробуй толкнуть. Вперед. А, я вешу. Да, ты это колесо висит, ты полностью на пороге. Я висит. Понял тебя. Что, толкнуть вперед, попробуй? Давай, попробуй. Давай. Все. Садись, поехали. Наверное, со снегом лучше. Ну, это сложно, да, здесь? Очень сложно. У тебя колесо это висело сантиметров на 5, а задний вообще сантиметров на 30. Трасса висело. Реально сложная. Да тут не то слово сложное. Ух. 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 Все, по-моему. Ух. Съехали. Да. О, все, поехали. А давай вон туда. Тебе там ломать уже нечего. Ну, мне тоже. О, смотри, поехал. Камеру включил и поехал. Бампер кто-то раньше будет. А там приблизить нормально можно? Приближаю, но еще не все. Сейчас самое интересное. Сейчас посмотрим. Он уже скребет бампером. Да, железки бы он там вообще как... Там бы я подогнул бы, блин, сразу. Вот что боговый. Да она вообще никакая, так, с красоты. Я отскочу назад, он на месте ушел. Ну и что сделать нормально? Это оторвал там ее там два раза качнул. Еще и холодно. Мороз такой конкретно, ребят. Вот что творит. Что значит, и все равно задел, да? Классно. Помаленечку. Так. Заняли. Давайте на первый пониженный, но дифференциал блокировать не будем. Тык-тык-тык. Хоп. Легко? Да. Классно. Сейчас развернемся. Я так и думаю, что повесит на него там. А вот Дастер там здесь сел, опять же. Дастер, да. Там слишком длинный. А то сейчас будет. Съезжать будем? Да, съедем. Но съезжать не заезжать уже. Это да. Но тут самое главное, что он на пороге. Вот когда она съезжает. Потихонечку, помаленечку. Ну и все, отлично. Притормаживаем и съезжаем. Нива рулит. Согласен? Так, ребята, у нас шашлыки пока по плану. Юра, передай привет. Всем привет. Молодец. Когда у нас там вкусняшки-то будут готовы? В какой стадии? 70%. Отлично. Вот, ребята, завидуйте. Мы вот в лесу мясо будем есть, чай будем пить, да? Завидуйте и присоединяйтесь. Да, присоединяйтесь. Если вы в городе Оренбурге, в Оренбургской области, пишите, добавим вас в группу. Приезжайте с нами, будете кататься, получать удовольствие, делиться своими эмоциями. Вот.
закончились наши покатухи, ребята. Выезжаем. Выезжаем. Другого пути нету, ребята. Только здесь можно выехать. Мороз, все замерзли, но зато все покушали, попили чаю, получили массу. Давай, да, со 2 литра, чё не едем? Да, ребята, вот так вот мы проводим время. Классно, на природе. Не хочет, уезжай в сторону. Так, Дима выезжает. Отлично. Саблоки на Нивах рулят, ребята. Все работает отлично. Ставьте обязательно, ставьте на Нивы самоблоки. Тема прикольная, классная. Помогает изумительно. Соболь. Смотрим соболь. И все, и домой. Так, давай. Ох, моча, все, пошел. 31-е. А это не 31-е, это короткая Нева, оказывается. Вот 31-е. Ох, тяжко. А, это наш броневик. Ну все, ребята. Итак, ребята, наш новогодний выпуск заканчивается. Вам всем спасибо за просмотр. Хотелось бы, конечно, увидеть от вас подписку, чтобы вы подписали своих бабушек, дедушек, там, друзей. Старались для вас, ребята. С Новым годом! Будьте здоровы! Ставьте лайки, пишите комментарии, ребята. Все, пока-пока. С Новым годом вас!